Вы смотрите видео об отеле Чистиания. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Чистиания расположен в стране Франция в регионе Эспас-Килле и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. МИПИ 48 73152 Валдесерс-Адекс расположен в центре курорта, в 100 метрах от кресельного подъемника. На территории отеля имеется 69 стандартных номеров плюс сьюты и апартаменты, бар, ресторан, конференц-зал, пункт обмена валюты, парковка, прачечная, лыжная комната, индивидуальные шкафчики, включая стеллажи для сушки, багажная комната. Высокоскоростной интернет доступен как в холлах отеля, так и в комнатах. Код доступа запрашивается у консьержа. В номерах есть ванная комната, телефон, телевизор, балкон в большинстве номеров. Номерной фонд отеля состоит из номер категории ОСАП, 27 квадратных метров, номера с видом на горы. Некоторые номера этой категории могут быть совмещены для удобства проживания семей с детьми. Номер категории Alpine – около 40 квадратных метров, номера категории выше с большим балконом и видом на горы. Некоторые номера этой категории могут быть совмещены для удобства проживания семей с детьми. Номер категории 25 квадратных метров, расположены на южной и юго-восточной стороны отеля с балконом. Некоторые номера категории могут быть совмещены с номерами категории А через небольшой частный коридор. Номер категории SAP 2534M2, расположены на южной и юго-восточной стороны отеля с балконом. В 10 номерах есть двухъярусные кровати для одного или двоих детей. Номер категории S-2225M2, расположены на северной стороне отеля, вид на город, и на западной стороне отеля, с видом на Белеварде, самый известный олимпийский скоростной спуск. В некоторых номерах этой категории есть кабина с небольшими двухъярусными кроватями, где могут разместиться один или два детей до 10 лет. Номер категории SAP 26 квадратных метров, номера с видом на север, вид на город. Номер категории D 20 квадратных метров, небольшие двухместные номера с двуспальной кроватью и видом на север или запад. Junior Suite 2833M2, расположены на западной и юго-восточной стороне гостиницы. Большие двухместные номера, с гостиной зоной. В некоторых номерах есть диван-кровать, где может разместиться один ребенок. Некоторые номера Junior Suites могут взаимодействовать с номерами категории A, D, C. Suite 55 квадратных метров, семейные номера на 5 человек. Расположены на западной и юго-восточной стороне гостиницы. Состоят из двух больших комнат, одна из которых проходная. Две ванные комнаты, один туалет. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть сауна, турецкая баня, тренажерный зал, крытый бассейн с панорамными окнами на улицу, температура воды 29 градусов, зона отдыха с шезлонгами, солярий, массажный салон, массажи, расслабляющие, способствующие похуданию, спортивный, аюрведический, калифорнийский шиатсу, массаж ног, энергетический дренаж, гидромассаж, уход для лица и тела для женщин и мужчин, круизы тонизирующий, для похудения, для будущих мам, а также эпиляция, маникюр и многое другое. Салон красоты, линия косметики Сотис. Сотис позволяет сочетать истинную красоту с абсолютным расслаблением. Интенсивный уход за кожей по эксклюзивной методике Digi Estetica позволяет достичь глубинного восстановления кожи и оживления энергетического обмена. Для детей есть детский уголок, открыт в период детских каникул с 17:30 до 21:45. Оборудованный специальной мебелью, детский уголок предназначен для отдыха и общения детей долгими вечерами после катания в приятной обстановке. Под присмотром аниматора ребята смогут заняться рисованием, наложением грима, вырезанием и складыванием фигур из бумаги, настольными играми, лепкой, посмотреть видеофильмы. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.